жизни переживали такое чувство, как любовь, влюбленность. Ну да, я сейчас тоже задаюсь этим вопросом на самом-то деле. Лень, конечно, правит миром, поэтому буду читать с листа. Ты однажды захочешь вернуться, безумно захочешь. Когда ночью проснешься и глаз не сомкнешь до рассвета, когда мыслью, как ком, я тебя все-таки очень. И забьешься со счета, какая в руках сигарета, и захочется вдруг закричать, заорать, что есть мочи. И предательски выступят слезы, от них не спасешься. От того, что другая, не я, называет любимым, та, которой поклялся, что больше ко мне не вернешься. Ты однажды захочешь назад, да, снова по коже. Что? До отчаяния от невозможности снова стать ближе. Ты опустишься на пол и шепотом вдохнешь. Боже, ты храни ее там за меня. Ты храни ее, слышишь? Я бы сам, но вот видишь, вдруг замолчи. И подкуришь. И поймешь, что живешь в страшном сне. И нет силы проснуться. И поймешь.